Уникальные разработки новосибирских инноваторов могут испытать на себе сегодня посетители выставки России на ВДНХ. Там проходит день предпринимателя. Например, умный газоанализатор. Он позволяет по одному лишь выдоху узнать о состоянии здоровья человека. Первые модели в регионе начали производить 5 лет назад для определения сахарного диабета, астмы и болезней легких. Здесь же на стенде можно пройти экспресс-тест, проверить организм на непереносимость лактозы или глютена. Все представленные компании получают поддержку региона в рамках нацпроекта «Малые и средние предпринимательства».